Всем привет, это Lucky News, с вами Кристина Санько. В прошлом видео о лайфхаках в школе я спросила вас, хотите ли вы увидеть видео о школьных принадлежностях своими руками. Было очень много положительных комментариев, и я решила сделать такое видео сегодня. Это будут необычные школьные принадлежности DIY, надеюсь, вам понравится, потому что я очень сильно старалась. Итак, поехали! Чтобы сделать блокнотик, нам нужна будет обычная коробка. Я рисую силуэт гамбургера и вырезаю. Нужно вырезать две части. У нас получились вот такие шаблончики. По ним обводим на плотном листе наш гамбургер и снова вырезаем. Таких частей должно получиться 4 штуки. По этим же шаблонам нарезаем сами листочки для блокнота. Теперь декорируем саму коробочку. Чтобы не было так заметно, что это просто коробка, с помощью бумажного скотча заклеиваем края. Проклеиваем коробку и сажаем на него нашу заготовку из плотного картона. С одной и с другой стороны. А теперь начинаем создавать космический гамбургер. После того, как краски высохнут, обязательно обведите все черным маркером. Не забудьте про кунжут. С помощью белой краски и маркера можно сделать блики. Так композиция будет выглядеть объемнее. Должно получиться две части. А теперь с помощью скотча и клея соединяем две заготовки вместе. А на клей приделываем сами листочки для записи. Вот такой галактический блокнотик у нас получился. Для стильного пенала нам нужна будет прозрачная коробка. Я взяла вот такую. Здесь раньше были упакованные ленты для декора. Удаляя наклейку, на цветном принтере я распечатала голографический фон. Вырезаем. Приклеиваем на заднюю стенку. Да, как настоящий, он, конечно, не переливается, но фон создает очень даже красивый. Если у вас есть модные наклейки или какие-то распечатки, приклейте их сверху. Будет смотреться еще интереснее. Примеры таких картинок для распечатывания я выложу под видео. Я буду использовать свои наклейки с прозрачным фоном. Вот такой классный тамблер-пенал у нас получился. Смотрится очень круто и необычно. Вот так из простого мусора получается нужная и красивая вещь. Я уже сложила туда все свои ручки и декоративный скотч. 100% буду использовать. Для этой идеи нам нужен будет карандаш или ручка. Я возьму карандаш, потому что я использую его чаще. И шерстяные нитки. Я возьму новый розовый клубочек. Нет, ну вы посмотрите. Вот так вот давать поиграть ребенку. Алиса запутала мне все нитки. Ох, ну ладно, не страшно. Обматываем клеем карандаш и аккуратно наматываем ниточку стык в стык. И так до конца. Из тех же ниток делаем помпон. Наматываем на пальчики нитку. Чем больше, тем помпон в итоге будет пышнее. Завязываем и разрезаем. Подравниваем ножничками кружок. Приклеиваем. Для красоты можно добавить какой-нибудь бантик. Очень яркий и нежный карандашик у нас получился. Очень приятный на ощупь. Теперь сделаем кейс для карандашей. Для этой идеи нужен будет силикон. Я не раз показывала, как с ним работать, но для тех, кто на моем канале впервые, скажу. Я его купила в строительном магазине за 160 рублей. Белый и быстро сохнущий. Плюс еще любой крахмал. Смешиваем силикон и крахмал вместе и раскатываем, как обычное тесто. Ножом для бумаги вырезаем нужную форму. У меня это будет лепешка или лаваш. Не знаю, на что он больше похож. Красками придаем нашей заготовке цвет. Лучше использовать акриловые или акварельные. Они точно не будут пачкать руки. Оставляем сохнуть. Теперь нам нужна будет вот такая резиночка.
При помощи карандашей отмеряем нужную часть и создаем такую петельку, а иголкой с ниткой все фиксируем. Чтобы кейсик хорошо закрывался, пришью еще веревочку. Вот такие карандаши в лаваше у нас получились. A secret kiss from painted lips. Yeah, we can move and move in. A taken bet, a sun to set, and maybe we're falling, falling. А из обрезков лаваша я сформировала силиконовую колбаску и придала ей форму пончика. Акриловыми красками раскрашиваем. В качестве глазури я использую густую акриловую краску, и пока она еще свежая, сыплю сладкую посыпку. Снизу прорезаю небольшое отверстие и вставляю в карандаш. А сверху можно еще покрыть прозрачным лаком. Берем молнию, обычную я не нашла, а отрезала со старой папки на замочке. Я взяла ворсистую ткань, раньше это у меня были гетры. Можно использовать ворсистый носочек или плюш. Плюс такого материала не только в красоте, но и в удобстве. Все можно шить на лицевой стороне и ничего не нужно выворачивать, а ваши косяки будут скрываться под мелкими ворсинками. В общем, сплошные плюсы. Отрезаю ткань по длине папки и сшиваем края. Я тут начала шить и поняла, что у меня получается не единорог, а какая-то такса. Нужно было немного укоротить механизм еще до сшивания, а вы учитесь на моих ошибках и делайте этот шаг заранее. Я укоротила замочек вдвое, а чтобы бегунок не вылетал, я слегка прижму кончик молнии утюжком для волос. Можно использовать и обычный утюг. Края плотно склеиваются друг с другом, и новая молния готова к работе. Края пенала я собираю ниткой, чтобы они стали кругленькими. Из кружочка ткани делаем голову и наполняем его ватой. У меня это наполнитель для подушек. Из кусочков сшиваем ушки вот таким образом. Ножки тоже делаем из кусочков и наполняем их мягким материалом. All these empty faces talking about problems, I don't care. I can't wait till sundown, cause my body's aching. I just wanna dance, I just wanna dance. Рожок я сделаю из носочка, потому что у него как раз такой подходящий рисунок. Мой сахарный единорожек будет спящим, поэтому глазки у него будут закрыты. Для ресниц я использую накладные и приклеиваю их клеем. У меня еще осталась шерсть для валяния вот такого чудесного цвета, из нее я сделаю гриву. Пришиваю плотными нитками. Крутой милах у нас получился. Он очень уютно себя чувствует в рюкзаке вместе с другими вкусными школьными принадлежностями. Ну вот
вот и все, это были все мои идеи на сегодня. Напишите в комментариях, что из этого вам понравилось больше всего. Будете ли вы что-то такое делать своими руками? Как вы могли заметить, делается это все очень просто. И мне это доставило огромнейшее удовольствие. Особенно, наверное, делать единорожку, потому что получился самый-самый милый. И ставьте пальчики вверх, чтобы поддерживать мой канал. Мне будет очень приятно. Я очень ценю вашу поддержку, и вы меня безумно вдохновляете. Спасибо вам огромное за то, что вы есть. И будьте креативными, а я вам в этом помогу. До скорого. Пока! Party.